знаете, что и Россия, и Кыргызстан – это две страны, очень наши страны, партнерские, союзнические. У нас фактически общее трудовое пространство. Можно учиться в любой стране, в России, в Кыргызстане. После этого можно работать в России, в Кыргызстане. Можно перемещаться между двумя странами и чувствовать себя достаточно свободно и уверенно. Это полезно, информативно и дает очень хорошую мотивацию. То, что видно, то, что кто-то поступил, то, что кто-то смог. То есть то, что это возможно. Было все полезно, всего нового узнала, много вузов, есть желание поступить в один из них. Все информативно, все вопросы, которые меня волновали, я получил на них ответы, особенно презентация очень сильно понравилась. Цель была за границу поступить, обучиться там, получить новые знания, снова прилететь сюда и уже тут поднимать Кыргызстан, так скажем. Там реально условия шикарные. Там у меня были однокрупники с разных точек мира. И сейчас по сей день я с ними общаюсь, дружу. Вы просто представьте, вдруг решили попутешествовать и так набрали номер однокрупников. И он там встречает. Вы просто представьте, это уйма возможностей.